Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарид, добро пожаловать в игрушку Слизерию. Вот мы с вами продолжим играть. Я немножко тут подучился. Кстати, подписывайтесь на мой канал, у меня вообще много каналов. Вот, смотрите, GTA 5 там внизу справа высветилось. Вот это будет на основном моем канале. Прохождение GTA-шки, ну конечно же. Так что подписывайтесь, ребята, по ссылкам. Я думаю, вы найдете и мой, и основной канал. Ух ты, смотрите какой. Ладно, давайте уже в Слизерию. Не будем отвлекаться. Поиграем в Слизерию. Вау, 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 хотел меня подколоть. Ну, фигушки, я немножко научился всякие финты тут проворачивать. Так, ладно. Ух ты! Давайте поживимся. Немножко. В принципе, моего червячка будет легко съесть. Вау, вау, вау. Ну, конечно, он заберет все мое. Все мои остатки. Так, ладно, давайте уже сосредоточимся. Хватит вокруг да около ходить. Так, я думаю, мы сейчас мы с вами быстро освоимся и будем реально круто играть, я думаю. Будем немножко поаккуратнее, давайте. Давайте поаккуратнее будем играть. Ух ты, мой друг, смотрите, напарник. Прошка. А, фиг тебе, твою массу я скушаю. А, давайте наверх пойдем, хотя вверху идет самая такая, самый жесткач, там все черви, короче. Я думаю, если ты большой, в центр не стоит соваться. Вон, я вижу, чей-то хвост желтый. Смотрите, какой большой глист. Так, ладно. Так, не знаю, будет он меня подкалывать. Нет, смотрите, смотрите. Пытается меня обвести. Вот фигушки тебе. Ух ты, обманул я его. Как замечательно. Так, вот так можно сделать, такие финты прикольные. Не забывайте, ребят, ставить палец вверх, чтобы это видео набирало просмотры. Так, неплохой финт я пытался сделать. Давайте догоним вот эту штучку. Вау, нифига себе. Я надеюсь, никто этого не видит, мое добро. Сколько я массы? 670 пока что массы. Как я его обманул. И смотрите, реально никто не видит. Насобирался. Обалдеть, ребят. Легко погибнуть в этой игре. 1400 масла. Ладно, давайте будем аккуратней. Когда ты большой, не стоит так рисковать сильно. Нужно знать, что тебя попытаются обмануть. То есть у тебя сразу тактика меняется. Так, мелкие тут всякие ходят. Ползут, точнее. Смотри, не обманул его. Хотел обмануть. Есть тактика, короче, около червя. Вот я слышал тактику. Ходить рядом с большим червем, потому что рано или поздно с ним случится беда. Блин. По-моему, беда случилась со мной. Так, ладно. Будем рядом с гущей событий находиться. Я думаю, там рано или поздно что-нибудь произойдет. Кто-нибудь погибнет, и мы с вами захватим власть в Агарию. Ой, в Слизерию. Ух ты, смотрите. 24 массы тут максимально пока что у нас. Отлично, ням-ням. Попробуйте я съесть. Вот отлично. Блин, мелкие нафиг нам не нужны. Так, пробуем опять поймать эту штучку. Вкусно. Вкуснотища. Так, не стоит. Давайте лучше... поищем здоровяков, попробуем от них налутаться, если у нас получится. Блин, хотя эти черви тоже опасны, они попытаются... Смотрите, какой газ проворный. Вкуснятина. Так, мы где-то в центре, значит, тут должно событие происходить жесткие. Ух ты, смотрите, какой змей. Я думаю, стоит рядом с ним находиться. Рано или поздно с ним что-нибудь случится. Так, ладно. Я видел его голову. Он был очень большой. Смотрите, блин, налутались.
Не стоит быть сильно жадным, ребят. Эта игрушка учит нас не быть сильно жадными. Тут сейчас реально будет вакханалия. Тут сейчас будут все погибать, ребят. Немножко поживились и хватит. Блин! Нифига себе! Все погибли. Все вообще. Опять моя жадность, ребят, нерасчетливость. Вот когда самый такой замес, ну, нужно быть реально очень аккуратным. Эта игрушка учит нас не быть жадным, потому что когда ты сильно жадный, ты теряешь всю свою массу, ребят. Так что поделись с ближним, даже если тебе достанется маленький кусочек, оставь его. Так будет лучше. Или ты все потеряешь. Ладно, давайте этой тактике придерживаться. Хотя не получится, мне кажется. Как тут много ошметков пооставляли. Сколько много крошек вкусных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы массу подъедят, конечно же. Так, хвост у меня вырос. Где же все? Где вы? Ау. Спрятались. Кто это тут бегает? Так, и ты мне достанешься. Не будем сильно торопиться, ребят. Тут сейчас реально будут vaccinations. Смотрите, вот сам, смотрите, виноват. Надо валить отсюда, ребят. Сваливайте, иначе пипец будет. Так, ну, змей мой более-менее хорош такой. Так, не стоит все есть. Рано или поздно с тобой что-нибудь случится. Так, лишь бы меня в круг не захватили. Вон, я вижу, там тоже что-то происходит. Так. Сколько много червей тут? Тут реально опасно, ребят. Не стоит тут долго задерживаться, но, блин, тут хардкор. Так, нужно быть бдительным и очень аккуратным. Вот это мы лоханулись. И всю нашу массу съели. Так, ладно, давайте. Нам нужен какой-нибудь здоровяк, допустим, вот ты. Ах ты ж, блин, смотрите. Съест все-таки мою массу. Такой здоровый, такой наглый. Так, жирные черви очень, очень наглые. Ребята, очень жадные. Я его сделал. Я его просто уделал. Так, смотрите, я научился. Научился их подкалывать. Нужно просто угадать, когда нужно действовать. Не, мелкий нам не нужен. Нам давайте вот этот. Ах. Да уж, играю я как нуб. Вот это да, ребят. Вот это реально круто. Так, давайте потихоньку вот так, потихоньку кушать. Не торопимся, ребят.
Так, и нам пора убегать, ребят, иначе сожрут просто 1500 массы. Блин, блинский! Это жесть, ребят, это больно. Это боль. Вы видели, сколько масок? Кому-то очень сильно повезло. Кому-то негаданно повезло. Ах ты, блин, разрулил. Рулевой тоже мне. Блин! Блин! Это прикольно. Ребят, эта игрушка вызывает эмоции. Правда, не очень положительные, а злость. Вот если вы хотите избавиться от злости, блин, она вам поможет. Как мне повезло, как мне не сказочно повезло. Отлично. Какой змей, смотрите. Не, мне ускоряться лучше пробелом. Мышкой я начинаю путаться. Можно мышкой, можно пробелом. Какой змей, смотрите, большой. Нужно быть аккуратнее. Так, сколько у меня? 700 массы. Да, пробелом, несомненно, лучше. Ускоряться. Ну, лично для меня. Нифига себе. Вот это фарт. Вот это фартануло, ребят. Не стоит быть жадными. Не будем жадными. Там по-любому еще поумирают. Не раз. Так, сколько у меня? 2000 массы. Что ж, ребят, я думаю, тут надо находиться рядом. Тут еще не раз умрут. Я прям чувствую это. Мы прям в эпицентре. Я думаю, надо как-то убираться отсюда. Или иначе нам не поздоровится. Уходим из эпицентра, ребят, уходим. Сейчас еще умрут. Ну, по-любому же. Мы в самом центре, ребят. Нам надо, короче, задача уползти. А 2900 массы. Сначала уйдем, потом еще вернемся. Давайте догоним ее. Отлично. Машкара. 2900 массы. Блинский. Сколько тут мелких, маленьких. Так, отлично. 3300 масса у меня. Вон еще здоровый червь, смотрите какой. Случится ли что-нибудь с ним или нет, я не знаю. Мы с вами попробуем уйти. О, отлично. Вот это лафа, смотрите. Можно покушать. Запутался. А 5000 массы. Нам надо хотя бы 9, чтобы. Ну и что, он пытается меня догнать, что ли? Блин, тут мелкая мошкара какая-то. Мелкая мошкара вообще должна быть в центре. Что им тут делать? Меня, что ли, вылавливать? Ну, смотрите, с вами, ребят, вышли из эпицентра. Ух ты, тут кто-то кого-то убил. Оставил массу кто-то. Давайте по периметру попробуем пройтись. Так, Алинка, не мешай мне. Мы с вами хотим по периметру пройтись.
Так, немножко туда. Ух ты, я вижу, если я иду по следу чьем-то. А, так, 5000 масс, ребят, у нас пока что. Вот эти мелкие, блин, они меня могут извести. Мы на 35-м месте пока что на сервере. Тут играет 560 человек на этом сервере. Ух ты же, вот это лафа. Не знаю, правда, надолго или нет. Так, 8000 масс, ребята, у нас 8000 гребаной массы. Возможно, мы с вами все-таки попадем в топ. Причем я хожу по краю. Так он реально хочет съесть меня, что ли? Так, налутались, блин, вот сволочь это. Я думаю, сейчас вы еще не раз умрете. 10 тысяч масс, ребят. 10 тысяч масс, но у меня до 11. То есть пока это маловато. Так, ну тут сейчас смак пойдет. Так, сколько масса? 11 тысяч. Твою ж мать! 11 тысяч масс, вы это видели? Блин, почти 12. Почти 12. Ладно, на этом закончили, ребят. С вами был Дарит. Подписывайтесь на мой канал. У меня много каналов, так что подписывайтесь в группу. Там уже разберетесь. С вами был Дарит, ребят. Пока-пока.